Давайте посмотрим на другой пример добавления привлекательности в сцену через композицию. Еще одним способом добавления привлекательности является увеличение превосходства одного персонажа над другим. То есть вот у нас есть пример. Зеленый персонаж подавлен тем, что желтый вот этот сдается и уходит. Вот в такой вот сцене нам надо показать, кто главный, а кто нет. И надо, чтобы зритель это явно понимал. Вот у нас есть настройка камеры, так, чтобы желтый персонаж был на первом месте. То есть его хорошо видно, а зеленый где-то там на заднем плане. Также мы можем взять вот этого зеленого персонажа и передвинуть его еще немного дальше. Вот так берем глобальный контроллер и передвигаем назад. Возможно, даже слегка в сторону, чтобы его было лучше видно. Берем его глаза вот так вот. И слегка поправляем их, чтобы он смотрел на желтого. Теперь давайте создадим еще одну камеру. Включаем привязку к углу, поворачиваем на 90 градусов вот так и на 180 вот так. Передвигаем. Называем ее ShotCamera 01. Вкладка Views, Viewport Configuration. Нажимаем Alt-W. Выбираем вот здесь вид камеры. Включаем Save Frames, нажав Shift-F. Итак, вот здесь мы увеличили как бы желтого персонажа, и мы знаем, что он как бы главный. То есть вся анимация сфокусирована на нем. Конечно же, внимание привлекает и зеленый персонаж, но нам сразу стоит понятно, кто главный из этих двух в этом кадре. Берем вот этого вот персонажа и передвигаем его еще сильнее вот так вот сюда. Может, даже слегка его развернем, чтобы он смотрел на желтого. Это мы сделали для того, чтобы в кадре было меньше пустого места. Итак, вот мы посмотрели на еще один пример того, как мы можем сделать нашу сцену более привлекательной. Также вы можете посмотреть курс по анимации камеры, чтобы понять, как правильно с ней работать.